Конечно, это беспокоит в первую очередь обычных граждан, вот таких вот, которые мы растим детей, мы выступаем за то, чтобы в России не было таких вот страшных вещей, которые ужасают нас. Наши дети тоже растут, это все видят, слышат, и нам хочется, чтобы в нашей стране был более лучший порядок в этой сфере. Ну вот ваше личное мнение, чего достойны люди, которые обращаются? Однозначно должен быть уголовная ответственность. Обязательно должна быть. Потому что это такой же фашизм, это издевательство. То есть эти животные тоже чувствуют эту боль. Это должно быть так же жестко, как и издевательство, убийство нас, людей. Поэтому обязательно должна быть статья, чтобы была уголовная ответственность за это преступление. Вы так думаете вообще? Ну, акция это...